Просто Гейб не уважает своих клиентов. Вот что я могу сказать. Гейб реально никого из нас не, вообще ни капельки не респектосит. Гейб просто на миллиардерочах собирает сабжи. Ему вообще похуй на контент. Гейбу максимально похуй. Ему похуй, что челики там ищут игру по 10 минут, блядь, чтобы поиграть на Спектре против Бомб Флетчера. Не, все, я не буду это комментировать. Я нажму лучше рекламу, я хотел рекламу нажать. 30 секунд, изи. Изи деньги, изи жизнь. Хорош. 30 секунд рекламы. Похавайте. Те, кто пришел на Dota стрим, пришел хавать. Поэтому рекламу тоже можно похавать. О, великие силы. Десятый пидорас. Десятый чел всегда пидорас, потому что он не принимает. Всегда что не так с шеей, хочется прям себе сломать шею. Но искал игру 6 минут и начал заново искать. Я в аду! Что мне за сет на Эмбера подарили? Го, чекнем. Превью full set. Чел, у которого батарея взорвалась, как он сказал, подарил мне вот такой сет на Эмбера. Какой-то рог. Рогу Эмбер. Рога Эмбер. Ну, он такой какой-то бомж, типа восточный. Как будто он в пустыне. Прямиком из пустыни вырвался. В тюрбане. Это не совсем тюрбан. Короче, восточный эмбер из пустыни. Надеюсь, челик, который мне его подарил, не обидится, если я его продам в стиме. Гинче! Писька в хуй, а папа не куда? Ой, куда работяги, куда же батя? Найс. Хорош, Гейб, хорош. Хорош, Гейб! Хорош, 10 минут искать игру. Хорош, хорош. Хорош, Гейб. Welcome to the international. Сука. Хорош, Гейб. Неплохо. Not bad. Not bad at all. Это как вообще... Как может так игру долго искать? Зачем он это сделал? Зачем ну он что сломал еще? Поиск? Зачем он сломал систему поиска? Ты прям меня успокоил. Так проще, чем неделю геморриться с бабой, и не факт, что она в течение еще одной недели даст. Я думал, я ебнулся. В Москве нормальные индивидуалки стоят 5 к час. 5 к час, а сколько? Я беру доп. Услуги по типу народ эндать и ногами дрочить. Отсюда и так много баб. Это доп. Услуги? На проституток. СПС за совет. Ногами дрочить? Это что за... Почему наротан дать это доп. Услуга? Хуя себе охуевшие проститутки. 5 к час это сколько? Это 2000 гривен в час? Хуясь. Да хуя, сказал я. Да что за пиздец? Ну, Гейб, почему так долго? Вы себе не представляете, как меня хуярит ожидание. Я где-то до 14, до 15 лет не мог просидеть там, когда я ходил на стрижку или к стоматологу, то есть надо сидеть на одном месте, вот просто сидеть на одном месте и ничего не делать. Я просто с ума схожу, когда сижу на одном месте и ничего не делаю. Я не могу. Я могу просто, блядь, ждать ебаную игру! Так долго! Это очень долго. Это просто, блядь, ломает психику. Сидишь и ждешь, и ждешь, и ждешь, и ждешь. Если он сейчас снова, типа, заново начнет искать, я выйду из доты, я не буду. В пизду. В пизду это что? Гейб уже совсем поехал, просто такое говно творит со своими играми. Просто вообще уничтожает игроков. Как можно сохранять здравый смысл после такого? Вот сидишь и ждешь, ждешь, чтобы поиграть с Пиктрой против Бомфлетчера на лайне. Ну ты что, ебанулся? Зачем, блядь? Просто тотальное неуважение. Просто ждешь, блядь, ждешь. Что мне делать? Чем мне заниматься, пока оно ищет игру? Я же не могу поставить автопринятие игры. Знаете, есть такая фича, ну, должна быть. Чтоб ты, если отойдешь, игру приняла автоматом.
Ну, такой фичи нет, я не могу даже встать и уйти из-за компьютера. Я должен сидеть, чтобы нажать принять. Я должен сидеть 10 минут, 15, 20, чтобы нажать принять. Нет слов. Нет слов. Горит. Просто горит. Просто сгораю. Что бамбалейла, бамбалейла, ту-ту-ту-ту-ту-ту, бамбалейла, бамбалейла, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Просто сначала искала 6 минут, потом начала заново искать, теперь ищет 5 с половиной. И тут или уснуть, или сойти с ума. Третьего не дано. Папаня, го в доту, го в доту, го в доту, заебал в картишки играть, го в доту. Ах, хорошо, хороший контент. Вот это я понимаю, контент! Вот это контент, это вот качество контента. Просто, просто лучший стрим на Твиче. Просто, блять, просто, просто, с ума, сука, сходишь, просто, просто... С ума сходишь, буквально с ума сходишь, сидишь. Лучше в мире, Рофлан Попич Рафлейн Балапсарт. Просто буквально с ума, сука, сходишь, ну, голова уже вообще взрывается от этой хуйни. Что это? Я буду играть на ЦМК, я соломи ЦМК, идите нахуй. Я не буду играть на Маки Кинге, я ни разу не играл в жизни, не хочу даже начинать пытаться. Мид! Офит! Fuck you, трэш! Бамбалейла, бамбалейла, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Найс герой, клокверк, ЦМ-ка, обезьяна. Поплыл. Пошел, заплыв. Я поплыл. И мне не дают опять мид. Просто как. Мне опять не дают даже пойти постоять на мидосе. Я еще покупаю ну талисман и две ветки, чтобы пытаться перевосхитить снайпера на ЦМке. Это то, что я должен делать. Как мне иначе? Ну, что мне делать еще? Окей, ну талисман, ветка и фейрифайер. Ну что еще? Чтобы получить максимум урона. Попич, просто отойди от компа на 20 сек, и когда вернешься, у тебя будет бан на 10 минут. Спасибо. Это было бы лучше, я бы отмазался. А вот все, типа, всем пока, парни. Типа, все, можно стрим оффать. Была бы отмазка. The battle begins. Иду ЦМ, когда был мид со снайпером. Спасибо за стримы. Папич, я так тебе благодарен за стримы. Спасибо тебе большое за стримы. Спасибо большое. Я так всегда жду твоих стримов. Какой же качественный контент. Особенно Dota 2. Dota 2 особенно самые лучшие твои стримы. Спасибо тебе за стримы. Спасибо за стримы. Спасибо за стримы, батич. Красно дякую. Поспанило макую. I told him, mid or feed. Yes. Плюс, блять. Сразу ясно, что русскоязычный, только русскоязычный ставит плюс. 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 Сейчас в соло заберу руну у троих дебилов. Сейчас в соло. Сейчас я в соло. Плюс. Кто плюс, ставьте плюс в чат. Кто русскоязычный, плюс в чат. Сразу ясно, что вы русскоязычный, если вы ставите плюс, блядь, в чат. Потому что
буржуи плюс не юзают, типа плюс, блять, сука, плюс, плюс один. Let's go! Моё, изи, ща я в Солянова. Соло! Соло, суки! Сосать, раки! Я свободен! Я забыл, что значит страх! Я свободен! Словно птица в небесах! Оп! Нет. Сэмка, конечно, добивает крипово, это будет челлендж. I relish the challenge. Оба! Нет, не оба. Ну это... Это будет сложно. Оба! Два крипа! Это успех. Два из четырех. Так, наверное, покупаю фейсбуцы и... И 4 нута талисмана. Пам. Пам. I thought as much. I take you. Так, я покупаю следующий нута талисман, наверное. Хотя, наверное, лучше догон собирать сразу. Да, в пизду я буду догон. Тогда я фазу покупаю, фазу догон. Хи-хи-ха-ха. Что-то есть. А, куриц нету? Инвокер теперь еще горы урона. Как добить крипа? Никак. Там регена, обеспалива только. Сейчас буду новыми добивать крипов, типа, и регеном похилить. Только надо взять третий уровень, чтобы на верочку добивать крипов. Возьму третий и буду добивать новыми крипов. Ага, пауза, проверяй, долбоёб. За паузу проверь. Indeed. Forward. Я не буду его сейвить. Ладно, засейвлю. Оп, засейвил. Потому что я не даун. Я должен был его засейвить. Если я его не засейвлю, то я нафижу противника. Я не хочу фейить противника. Видели, я его засейвил. Я хороший человек. Между прочим. Хотя я не должен был его сейвить. Это было неправильно. Это был неправильный поступок. Damn you go. А вот меня не засейвится с моим МСом. Соленаторий. I'll take that as tribute. На недельку до второго я уеду в Солянова. Да почему меня, блядь? Хаста.
Не, бруду я не справлюсь. Инди. Что-то изи крипы добиваются. Что-то легко для меня. Пошли на базу. Будут фазы и портал. Это успех, ебать, это успех. Я успешен, как дотер. Будуа. Против меня еще антимаг. Класс. Какой шанс еще выиграть с таким вот составом против такого, когда я играю на ЦМ-ке? Опять нет шанса выиграть. О, подождай, пока портал еще один будет. Зря. Каким чудом дровка еще ни разу не сдохла от бруды? Это вот загадка. Бля, найс урон, уебище. И что, ты добил крипа, блять? Ну, вернее, задонаил, но не добил. Indeed. Ха! 4 из 4! Как дела, челик? Он аниме не умер, блять, ясно. Летал нашел, слышали? На Джайне! Ну что-то в соло снайпер. To battle. Солянова. Регенерация. Это она сказала, это не я. Это она. Regeneration. I thought as much. Эх, good game. Как интересно, кентавр может фидить антимага? Это, конечно, вопрос, который еще предстоит выяснить британским ученым. Зато попинговал, well played. Agreed. Хорошо сыграно. I'll not argue. Что-то мне впадло бурду дефать. Пойду на мид. Forward. Постою на мидосе. Пофармлю догончик. Да-да, расскажешь. Да-да-да-да-да-да-да. Indeed. 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 To battle. Как он фидит, блять? Как они фидят его? Сейчас мы на ценке на фишного антимага победить и бурду. Эх. Не. Indeed.
Indeed. Indeed. Успех. Отвижу антимаг. Your bottom tower is under attack. Yes. Here's ice in your eye. Let's go. I've got goosebumps. Что соло? Your bottom tower is under attack. Я нашел фраг. Сейчас поищу летал на инвокере. Я ему не помогу. Добрый початок. Там еще Рики был. Антимаг на фрифарме стоит. Так сложно, конечно, с антимагом справиться, да? На кентавре. Понимаю. Я почти догон нафармил, парни, догон на ЦМ-ке сейчас будет на 11-й. Здорово! Здорово! Тадровка помогает аурой. Плюс 32 дэмэджа, хех. Хех, здорово. ГГ. Not yet. Down you go. Your bottom tower is under attack. Is it cold in here? Your bottom tower is under attack. Какой же ты мусор! Или нет? Ладно, прощаю. Простил, проверяй. Так, пойду к этому антимагу, у меня догон есть. Сейчас я с нежданчика его догоном. Оп, мизантроп. Конечно, я в это не верю, у него пассивка там прокачана, небось, на миллион. Хуй. Я перефармил этого дебила. Последний на мой фарм, последний на его фарм. Ха-ха. Ну что еще? Дерево. Попечь. Гляди, сложный вопрос. Давай. Кстати, можешь ответить в виде от Витаса. Кем ты себя считаешь по национальности? Варианты. 1. Русский. 2. Хохол. 3. Еврей. Че за бред, блять? Я вообще не разделяю на национальности, я разделяю на расы. Я себя отношу к славянской расе, и на этом все. Тут больше, ну, ответа другого нету. Потому что я на национальности не разделяю. Для меня такого понятия нету, как национальность. Вот в моем мозгу такого понятия просто нету. Agreed. Not yet. Into the breach. Ну чё, антимаг фармит Battle Fury в лесу, я просто бегаю на эйчах. Так, дальше я хочу купить даггер, наверное, правильно? Попробуем. Добби! Добби! Дрова. Дрова! Найс фарм, уебищ. Down you go. Мы его не убьем, там только нас придут, убьют с леса отсюда. Тут все ясно. Ну, очередная игра, блядь, мертвая, сука. Скучная. Просто стоишь себе АФК, ждешь, пока враги закончат. Что еще делать? Сильный фарм. Училик слава. Forward.
freeze you fast. Я могу убить? А, да. Я его мог убить, я дебил. Забейте. У меня же догон есть. Просто подумал, что будет санстрайк, но как бы... Ладно, не важно. Сюда, сплэшом, алло. Кентавр не додумался сразу сплэш сделать, а Бруда не додумалась убежать из-под сплэша. Оба тупорылые, как говно. Хочу не крача зафармить. Эх, не получится. Он его гонит, нахуй ты его гонишь? Догон, ну пожалуйста, давай, догон, догон, ну. Ну! Let's go. Это фарм у челиков Мидас. Коготь. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Как тебе наклейка Бортман по 10 балочке? Оцени, если не трудно. Уже старая, раньше была хорошенькая, а сейчас уже мне так вообще в принципе не нравится. Вот уже она реально старая, вот просто старая. У меня 200 урона, лол. Ой, я погиб. Он кнопку не смог нажать. Не смог меня лосо зацепить, потому что он кнопку не нажал. Типа, не может мышка навести. Старочело. Что делать? The ice wolves bite. I'm not ready. Faster. Ah. Ой, хорошо. Let's go. Agreed. Просто вся игра с нулевой секунды, с нулевой секунды ждешь, пока игра закончится, с нулевой секунды. Качество контента зашкаливает, как обычно. Кто этого антимага убивать будет? Как вообще хоть кого-то убить? Непонятно. Просто идет дальше себя пушить, и кто его убьет, кто ему что сделает. Это нереально. Спасибо за сингл драфт. Качественный контент. Good game. Куда порталиться? Что делать в игре? Просто, блядь. Что было такое вообще? Чё меня санстрайкнул? Эх, сейчас бы формануть. Your top tower has fallen. To battle.
Your middle tower is under attack. Into the breach. Twitch TV Evil Artas. Twitch TV Evil Artas. Качественный контент. Ура, почти дагер. Это успех. Что ему сделать? Непонятно. Здорово! Еще и поржал. Надо только на укинуть. Не! Может, Майлстром собрать? Хех. Добрый почонтик. Он пушит и пушит и пушит и пушит. Это ульта. Приехал. Что за хуярить себе? Ганим, Хекс. Непонятно. Надо подумать. Вообще Хекс, конечно, смотрится круто. Против антимага больше ничего не смотрится, кроме Хекса. I thought as much. Your base is under attack. Нам уже вносят унитазы. Agreed. I'll take that. Here I come. It's not time yet. Here I come. I'll not argue. Ну что еще? Здорово, папа Нистер. Дерево! Как ты относишься к творчеству Квентина Тарантиноча? Много ли ты его фильмов посмотрел? Много. Какой все твой любимый? Почти. Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Скажу, ну, вкратце, потому что повторяется вопрос очень часто. Очень часто. Последние три фильма мне его так себе, а до этого супер охуенные. Сейчас, подробнее отвечу чуть-чуть. А, изи стил. Сейчас отвечу. После файта или... Бля, я погиб. Ничего не сделать. Короче, криминальное чтиво, бешеные псы. Убить Билла особенно. Убить Билла — это вообще мой любимый фильм. Наверное, ну, Убить Билла 2. Криминальное чтиво, бешеные псы, Убить Билла и Dead Proof. Вот это вот супер охуенные фильмы. Для меня это True Tarantino. Его последние фильмы... Его последние фильмы, то есть Джанго, и еще там два фильма, Джанго, Восьмерка, и еще какой-то фильм, этот, который про фашистов. Эти вот три фильма последних, они для меня 5 из 10. Я, в принципе, их не особо оценил. То есть я более поклонник раннего творчества Тарантино. То, что сейчас он снимает, мне не очень нравится. Так, купим Хекс. Ну, по крайней мере, начало Хекса. Или можешь купить Зеленый посох. Я куплю Хекс. Надо начинать собирать Хекс. Куплю, короче, Ultimate Orb. Если буду сдыхать, то поставлю на фаз закупку Дагон. О, вот так вот. Интересно, я хоть раз за игру сделал ульт? Here I come.
Даун! До сих пор без манты. Сдох от сайленса просто. Где? Унитаз валят. Получила, дура. Куда мы идем? Наш разъебет батрайдер. Вот этот гений дота идет вперед. Ничего не боится. Ясно. Да-да. To battle. Ну знаешь, хоть ульт хоть раз нажать. Я могу догоном, конечно, застелить, но я хочу ульт нажать. Потому что, когда я его применю, если не сейчас? Его негде применять. Просто useless ульт. Если не сейчас, то когда? Паучки, дурачки. Чё, доебались? Да. Формирую, парни. Road to Hex. I thought as much. Минус ебак. Был бы у него Блэкмейл, представьте, сколько урона он бы нанес. Но Блэкмейла нету, сори. Потому что чел рачело. Не додумался купить Блэкмейл. Глупо, присел. Даблкил. Мой. Видел, аж присел. Опа, мистик став. Здорово! У, баунти, здорово! Ну, кентавр, здорово! Ну, хекс, здорово! Индид! На индидычах! ЦМ-ка на индидычах! Восемь три. Кура! Враги сдаются. А, за что, блядь? Нет! Не надо! Соли. На недельку до второго я уеду в Соляно. На базу тут проебали мы почти. Гем есть? Окей. Иду. О, попался! Нет! Минус 35 респаун тайма, давайте возьмем на 7 сгудочек. И можно, в принципе, загрейдить догон. Можно купить БКБ. Добрый початок! Ну что еще? Годогон загрейдим. Оцени сборку на ВК Мильнирки, раз и обвисал МКБ Даггер и ПТ. Ща оценим, проверяй. Как там сборка? Мьюльнир Кираса обесал МКБ Даггер. Мьюльнир Кираса обесал МКБ Даггер ПТ. Вообще, Мьюльнир в суперлейте бывает ситуационным часто, а Кираса на ВК, ну, очень редко когда нужна. Кираса на ВК имеет смысл, когда там какая-то противник ланая с дезолятором, я хз. То есть, ну, Кираса вообще на ВК так себе итем.
Особенно сейчас, понимаешь, в чем проблема? Абиссал больше урона не дает. Он дает 10 урона. То есть, особенно сейчас, Кираса, это то есть слот, который не дает урон, у ВК будет очень мало урона. Очень маленький крит. Короче, Кираса очень сильно ситуационно. Надо, чтобы у противника было, там, не знаю, минус 20 армора, чтобы был смысл собирать Кирасу. Здорово. Let's go. It's not time yet. Forward. Я тебя вижу. Блин, надо было стирить сразу новое. Чё я пытаюсь сделать колбу? Ошибка. I thought as much. Мало! Я знаю, что хочу Шиву. Но я сейчас догон загрейджу до конца. Ну, враги уже курица фейта, они сдались. Они проиграли ЦМ-ки с даблмидом. То есть ЦМ-ка даблмид со снайпером. Они проиграли, anyway. У них была Брудмазер против Дроу Рейнджер 1 на 1 и Дабл Мид с Кристал Мейден. И они проиграли, блять. И антимаг на фул фрифарме. Добро пожаловать в лоу приорити. Животные. Не, а дефать там или нет? Ах! Найс фит! Додикус. Найс фед. Че, убью бараки? Эх, последняя игра в лоу приорити осталась. Так и быть, придется играть еще одну. Какой мне КДА? Почти 7. Надо 7 сделать, надо пойти кого-то убить. Мне догон 4, могу застилить из кого-нибудь. Какого-нибудь дебилыча. Бля, как не попасть на базу врага? О, спасибо, кентавр. Надо КДА 7 сделать срочно, не хватает одного до КДА 7. Беги, дура! Дрова! Все, он наш. Не отпускаем. КДА 7. Парни, по-моему, в Солянова. По-моему, разобрался в соло. Да, я разобрался в соло. Я включу даже на 30 секунд. Нет, на 10 секунд. Не, на 15 секунд. Я разобрался в соло. Соло. Эх! Дота сломалась. Блин, он не засчитывает игру.
Оно игру не засчитывает, алло. До сих пор два сингл драфта надо. Найс рофлы, оно игру не засчитывает. Спасибо, Вольво. Спасибо, Вольво. Сейчас доту перезайду. Да, два сингл драфта, оно игру не засчитывает. Кто-то мне присылает дробовик за кучу ящиков. Сейчас я вам покажу. Вот. За все мои ящики. Это выгодно. Minimal Wear, Quicksilver. Добрый початок. 31 цент. По-моему, это невыгодно. Эти ящики нахуй не нужны, но это нечестно, лол. Это, по-моему, нечестно. Не-не-не, нечестно. Нави мусор. И что? Продам их шмотки. Изи. Красно, дякую. Я почти все ваши трейды, собственно, то, что мне присылаете, я продаю. У меня же есть как бы шмотки на большинство героев. Мне, конечно, еще на некоторых надо, но я все продаю. Я коплю на нож. Вот, у меня $21 в стиме. Рот тут 400+ в стиме, чтобы на нож накопить.